в кузнечку и буду ждать. Молодцы, ГЦ. Спасибо. Ну как, твои нервы не сгорели, нет? Вов, я ты сегодня говоришь, максимально да? спокоен. Вов, ты говоришь? Да. Слушай, есть такая тема, заключается в следующем. Писать и заполнять заметки у персонажей. Каким образом? Ну, там, на моем примере, да, у меня 245 вот этот E-Level. Вот этот E-Level должен быть E-Level основного твоего спека. Допустим, у меня протопал, у меня E-Level, он будет вот основным отображением. И в заметках это указывать. И там же указывать проф и Ильича. Вот. А и офицерские заметки постепенно освобождать, чтобы там было и ПДП. Вот, вот. Я тебя понял, давай насчет этого пообщаемся попозже немножечко. И... Ну да, но рейд собирать, открываешь вроде человека, че он, кто он, тут тратить время на выспрашивание, на ФК и так далее. Это... Грацес. Ну вот что, значит, завтра те, кто открыли себе профа, пойдем попробуем зеломан. Ну что, я не знаю, давайте. Дальше пойдем. Идите, бейте. Термисов, бейте. Танка, наверное. Бейте принцип. Все-таки. Давайте вот этого тяните первого. Молодцы, бля, я не... А кто ЧП-шка... Фил, Настя была и был Холли Пал. Ну нормально. Бля, дети могут где-то квест сдавать. Господи, ты боже мой, да. Пошел сдавать квест, который собрал. Так, ну, все, скелетик, потише, потише, мы трэш бьем у кого-то. Все, я ухожу. В принципе, да. Дальше. ШП, закинь, пожалуйста, в цепи или че? Угу. Так, умехана, ты изгнание вот по левому дай. Брон, я... Так, только... Десятки там, блядь. А в принципе Лану сейчас можно убить. Она легкая. Да. Плюс один надо. Сейчас найдем. Спрятался. Отойдите от стеночки, давайте Лича бьем. Не нравится мне этот баг, да, что они сквозь стену убегают. По идее не должны. А, вот, о, вышел. Блять. Ну все, Лича дали. Да, диспальте его главное. Самое дурацкое, когда тактик убегает за стену, это вообще тоже тема неприятная. Ну что, так, давайте Лича шейплим, все бьем тактика. Вниз спуститесь все, все вниз. А, так, по правому Настя, ой, Настя, не Настя, а Уноха, по правому дай изгнание, двоих тяните. Все встаньте в мага, ДДшки, ДД и хилы. Все, давайте. Подошли, тактика залили. А, Лич даже не спылился, еще лучше. Конечно, протопал на этом трэше, это просто топовая вещь. Ну да. Залили вот этого лейтенанта.
лейтенанта. Бля, сзади лейтенант стоит. Залей. Упал. Кто там следующий? Давайте вот этого командира. Все, давайте правых. Не-не-не, Вов, там Лич остался. Да он заявился же. Нет, он просто не спрылся. Тяните. Вниз спуститесь все, не идите наверх. Зачем там стоять? Настя. Так, справа Лича ширите, тяните вниз, заливаем первого тактика. Все вниз ушли. Все, давайте следующего командира заливайте. Командира. Вот этот адекватный рейд, конечно, собрался у нас. Повезло. Ну да. Ну и чё, как успехи, ребят? Прав убили. Идем на принцип уже. Ой, вы молодцы, красавчики. А, Лич приезжал. Вон, меня уже банят. За чё? За ДПС. В смысле? Ну видишь, я в гильдии рентгенов. 84К. Это когда было? Сейчас только что. Вообще не было. А, у меня ДПС с прошлого трэша. Откуда ты это... ДПС? Со сферы взял. Со сферы что ли? А, ну это херня. Да меня убило просто. А тебе Паул никакой боб не дал? Нет. Фу-фу-фу, Паулы плохие. Паулы плохие. Идемте, еще трэш есть. С профа одноручный меч выпал? Нет. Да. Так нет или да? Выпал, конечно. Нет, не выпал. Все с вами ясно, типы, блин. А какой-то меч. Тактика бьем. А, да, да, да. По командиру даем изгнание. О, все норм. Лейтенанта изгоните. Вы не забыли то, что через полчаса РТ? Помним. Да, поэтому мы хотим сначала Лича потравить немножечко, а потом пойти на РТ. Чуть-чуть Лича потравим, и нормально. Признание дайте по командиру. О. Лейтенанта издавите. Лейтенанта заливаем.
А, это ловил. Неплохо, накопил уже на ДС себе. Еще один. Рыбку ставлю. Ну, давай тогда на килисете буду. Угу. Тирамису. Меня научили на него ставить. Два правых. Шах, килисет, вот. Тирамису ставишь вот сюда. Вот в эту точку. Соответственно, шакондрат ставишь противоположно возле входа, вот в эту точку, вот сюда его. Окей. И начинаем его заливать. Сейчас. Мне как, да, я как обычно не буду никого доставать, буду лить. По центру, РДД все по центру распределяться. Вот она, прям видите, вот полоска, вот по вот этой полосе, смотрите, я прохожу. Вот по этой полосе разделяются РДТ. И ты будешь всех доставать. Ну, как бы это не очень. Да, она и так всех уже достала. Давайте, танки, пуляйте. Танки, пуляйте. Тирамису, давай. Тирамису. Давай. Глупые смертные. Думали, что одолели нас. Санлейн, непобедимые воины короля Лича. Кинетику все вместе. Кулак, дайте подыка. Единые. Восстаньте, братья. Забирай, забирай. Подождите, пока не поставят, никто не бейте. Никто не бейте, пока не поставят. Бля, ДК. Отведите их. Два. Ложимся. Стоп. Эм, брови в рот, ну нахуя вы врываетесь? Скажите мне, пожалуйста, с пула. Зачем? Я показал, куда их ставить. Зачем вы врываетесь, пока их, блядь, не привели? Первоначально на хила побежал. Один из мобов. Ты, ДД, давай каждый будет заниматься своим делом. Пусть танки потеют, ты стой и жди. Спасибо. Ох, минус рыбка. Он ставил же их. Что он еще мог сделать? Ну да. Он просто Void пишет. Все нормально. Сейчас просто первый врывается у нас термис. На него агрятся все три, он их отводит, а потом шахты забирает. Не, сразу кирис это заберу. Ну смотри, главное ты этого не сади. Остальные. Ну у меня один там что-то.
Давайте, фул рыба. Каску дайте, пожалуйста, по магам. Каску по магам. Так, не совсем дает, все хорошо. Так, короче. Ой, проведи, Эрча. Давай, начинаем гулять. Блядь. Заебись, пыльнули. Вы без меня бьете, охуенно. Я ничего, ребят, не вижу, что у вас там происходит. Рейндж наберите 10. Кинетику подбейте слева. Сферы. ШПшка, поднимай сферы, пожалуйста. Я поднимаю. Давайте полдорама. Вихрь. Я просто три дня успеваю. Макпомбой. Приготовились. Телесеты играем точечно. Без АУЕ. Только точечно. Телесеты. Сферы не убейте. Нормально я отошел. Вихрь. Термису прокилить надо было. Все, ложимся. Ложимся. Я думаю, наверное, на сегодня все. Давайте завтра на 8.30 допронос. Я не подойду так поздно. Во сколько подойдешь? Ой, ближе к дню. Лучше к дню, если честно. Ну, я завтра работаю. А, завтра день, завтра, блядь. Завтра же воскресенье, давай. Завтра воскресенье, давайте. Да. Блядь, я думаю, сегодня воскресенье. Давай, завтра. А, Войт, давай. Насколько удобнее будет. На следующей неделе. На следующей неделе удобно будет. Ну, все так же поставим РТ. Я там напишу. Да нет, добронос на завтра. У меня не будет завтра на шашлыках, а понедельник с пятницы. Я понял. Ну, ребят, мы просто, блин, одного РДД уже не можем найти. Просто я не вижу смысла дальше. Пойдем, передохнем 15 минут до собрания. Всем спасибо. Ну, самую главную задачу мы выполнили из этого целка. Ну, так, да? Так что уже можно радоваться. Да, я думаю...
люди, которые с нами здесь были, там, им тоже нужен был проф. Мы и квест выполнили, и проф убили, это уже удачная целка. Ну да. Всем спасибо. Велсбрук, тебе спасибо. Кто еще не с нашей гильдии? Триксис. Мак, тебе отдельное спасибо. Молодец, хорошо на файре отыграл.